почти закончилась, но дружба не закончится никогда. На слайдах самые счастливые моменты, которые мальчишки и девчонки пережили вместе. В зале ребята и их родители. Все собрались по радостному и в то же время грустному поводу. Третья лагерная смена подошла к концу. Подруга в лагере, она говорит, что там очень-очень классно. Там мы, они всегда выезжали куда-то, очень хорошо их кормили. Всякие спортивные конкурсы, художественные. И они здесь очень спокойно спали, и им никто не мешал. Песни, танцы и музыка. Сегодня в этом зале нет места для грусти. Каждому отряду нашлось, что сказать друг другу. Свои эмоции ребята выразили в творческих номерах. Самым ярким стал хип-хоп. Несмотря на праздник, детям было все же немного грустно. Целый месяц они жили как одна дружная семья. И вот сегодня пришло время расставаться. Мне очень жалко, что смена закончилась. Тут было очень весело. Тут все ребята были очень классные, веселые и все спортивные. Спасибо. Детей дорогого стоит. Вожатые подвели итоги своей работы и наградили самых спортивных и талантливых ребят. Программа была очень насыщена, то есть у нас отряды посещали по нескольку раз и аквапарк, и океанариум, музей, библиотеки, вывозили их на различные мероприятия, на аттракционы, то есть я так считаю, что детям очень понравилось. Третья лагерная смена кончилась, но ребята не прощались. Впереди учебная пора, и многие из них еще увидятся. Алексей Николаев специально для новостей.